Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом «Шаман», признался, что ни с кем не дружил в школьные годы. В интервью телепрограмма «Про» он откровенно рассказал, почему у него не было друзей в школе. По словам музыканта, среди одноклассников он был белой вороной. Дронову было сложно находить общие темы для общения со сверстниками, так как он занимался музыкой, не самым распространенным увлечением среди одноклассников. «Я был очень тихим, очень замкнутым, спокойным. Белой вороной. Друзей в школе у меня не было, как, собственно говоря, и первой любви. Я музыкой всегда занимался. А ребята в классе, кто в футбол играл, кто карате занимался, кто боксом, кто еще чем-нибудь. А я же пел песни, учился в музыкальной школе», — рассказал шаман. Ранее стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил творчество шамана. По словам музыканта, ему не близки песни коллеги по сцене.